Джозеф Аддисон, 1672-1719 год, английский писатель. Взрослея, мы становимся серьезнее, и это позволит себе заметить первый шаг к тому, чтобы поглупеть. Люди набожные воздерживаются от неблаговидных действий и поступков из страха, а люди чести из презрения к такого рода поступкам. Многие так говорили, не правда ли? Мы постоянно делаем что-то для потомства. А я хотел, чтобы потомство сделало что-нибудь для нас. Очень прагматичное выражение. Мужчины, которые относятся к женщинам с наибольшим уважением и почтением, редко пользуются у них наибольшим успехом. Женщины, счастливые в первом замужестве, чаще решаются на второе. Поэзия разных опер обычно настолько же плоха, насколько хороша их музыка. И вообще, если это не полная чушь, то этого нельзя положить на музыку. Вот такое вот отношение было с операми у этого товарища. Человек, наиболее склонный к веселости из всех созданий Бога. Все, что ниже и все, что выше его, очень серьезно. Кухонный философ. Обязательно подписывайтесь. Пока.